Фестиваль екстремальних видів спорту «Дніпр Екстрім Оупен» проходить третій рік поспіль. Поціновувачі найяскравіших молодіжних видів спорту збираються разом, аби продемонструвати один одному та глядачам свої вміння в різноманітних напрямках. В рамках фестиваля ви можете побачити соревнования по BMX-у. Это вот маленькие велосипеды для прыжков. Также здесь будут соревнования по скейтбордингу. Также у нас сегодня барахолка под названием «Гараж Сейл». И параллельно на ней проходит контест, ой, не контест, а концерт групп музыкальных. Также есть разделение спортивного туризма. Слэклайн. Вы можете еще также попробовать себя на батуте. То есть у нас есть ребята, которые занимаются профессионально батутом, и они предоставляют вам возможность попробовать. Головна мета Дніпр Екстрім Оупен – показати, чим живе сучасна молодь. Екстремальні види спорту – це не просто хобі, це стиль життя. Все эти стили, то есть все катання на BMX, катання на скейті, все уличные виды танца, они немножко в загнаном таком состоянии. То есть люди вот в такие дни, они выходят как бы наверх, и обычные люди, которые не занимаются этим, могут на них посмотреть и оценить, что это целая культура, целая... То есть это не просто увлечение, люди этим реально живут. У рамках фестивалю пройшов уже традиційний для Дніпропетровська 8-й благодійний гараж-сейл. Цього разу організатори зібрали більше 7 тисяч гривень. Гроші, вилучені з продажу виробів місцевих майстрів, ретро-речей, а також просто пожертви, як завжди, витратять на допомогу українській армії. В этот раз в основному ми плануємо закупати, як пройшла велика хвиля демобілізації, мобілізації. Ребята всі, які пішли, зміна сезонів, ребята без форми. Вони всі просять форму, та государственна форма, которым государство все-таки обеспечивало наших солдат, она была канадская, она была теплая. Сейчас они все опять без формы. Будем закупать форму в основном, и более того, эта форма будет закупаться в Днепропетровском, у Днепропетровского общества глухих. То есть ребята, которые могут выполнять ограниченное количество работ, ну, то есть поможем и солдатам, и в том числе поддержим отечественного производителя. Марія Козлова, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.